Тактика. Антоник ушел. Позови, сейчас Антоник ушел, все присоединяется. Да. Да, я думаю, можно немножко тактика с рандомом. А, погоди, генераторы теперь, раньше же было, когда бы эти М113 стояли. Генераторы, да. Ты не всегда были? Всегда генераторы так были. Так надо было что-то на этой миссии вообще взорвать? Да. Вот на этой миссии, которую сейчас включили, вот два стояли, взрывать, да? Там их два генератора стоят, окруженные забором. Вот-вот-вот в этом месте, где я поставил. Кто-то там прочитал, что генераторы это щиток, электрощиток на доме, и взорвал электрощиток, я помню, это была жесть. Там день, ночь. Ну, две точки чёрные, то есть их за два, да? А, ну как всегда, короче. Чёрным гоним или как? Ну, смотрите, мы с парашютов высаживаемся, нам нужно собрать, нам нужно как-то пройти на базу, у них бетер еще есть. У них ПНВ нет, ПНВ у нас есть. То есть можем группами действовать, можем рандомно сойти со всех сторон, грубо говоря, кто туда проскочит. По сути, однажды... С парашютами высаживаться прямо сверху не рекомендую. Я садился прямо на этот ангар. Ну, я думаю, никто так делать не будет. Ну что, все рандомы или как-то альфа с одной и браво с другой? Или... Я не знаю, я уже что-то сегодня командовать подустал, поэтому если есть желание командовать. Ой, посмотрите, я с Доник вернулся. Так я же говорю. Рад хотя бы. Давайте в Нагаре соединимся, да пойдем в общем. Да, давайте, да. Просто вот я там нарисовал синий линии. Не, на самом деле самое. С юга с этого в гору куда-нибудь седу. На самом деле заходить лучше всего высадиться в Гаспанде. Это юго, вернее, запад. И вдоль дорожки пройти. Там, потому что у нас будет холм с правой стороны, который закрывает, грубо говоря, практически вплотную можно подойти к Влезару. Какой стандарт? Там еще бункеров много разных по дороге. Да, да. А давайте все на одной или как? Дефолтные? Первые. Давайте на одной. Давайте. Да, на одной. Ну, если с одной стороны идем, то давайте по одной. Да. В общем, Гаспанди, высадка Гаспанди. А как снайпера можно позицию занять свою или кто нет? Кто не знает, где Гаспанди сдал стрелку зеленую. ПЗ. А как снайпера можно на гору сесть мне, занять позицию сразу? Да, снайперы занимайте. Хорошо. Это касается движения только тех, кто не снайпер. Угу. И да, кто с РПГшками, с трубами, там так, учтите, у них бетер есть. План? Да, в Гаспанди собираемся вдоль дороги. Ага. План убить. Хорошо. Все же наш как с парашютами летать. Кинь, как правильно. Да. Антоник слышал, в моем отряде пусть переходит. Даже не сообщил, что враг на канале, все. Да еще не запуска не было. Пофиг. Так мой план уже обходили, если ты слышал все. Давай. Вот я накидал зеленую линии за линиями зелеными, как можно пройти. Нас уже запустишь? Прайс, приз. Я уже план весь видел. Да-да-да. А я читаю чатик противоположной стороны. И транслирую в интернет. Поехали. Да. Поехали, начинаем. А с Доник не будет вызывать. Сейчас. Если что, по-моему, там у вас есть... 10 секунд, если никто ничего не напишет, мы стартуем. И АТ-4, и с початком еще в рюкзаке у вас лежало. Зарядил на фаргане. Мне нравится. Что? Надо будет каждый раз перед миссией включать гемокраину. Не, серьезно, очень помогает. Чем? Патриотическая песня. Ну да, патриотичная. Давай. Знаешь, как я с терминением защищал пост? КП. ПНВ включай. Да, кстати, снайперам задача прожектора все тушить. А, что сейчас повторит? Скажешь, когда прыгать? А поехали, чё? Поехали, чё ждать-то? Чё, пошли? GPS открываем, летим, GPS открываем. Снайперам какая задача? Глушить этих людей на вышках и прожектора. Ну, это понятно. Парашюты не открывать. Лететь в свободном полете, открывать именно над городом, где мы собираемся.
Боря, надеюсь, ты не умрешь сейчас. Ну не знаю. Как обычно, короче, там пылью захлебнусь. Да-да, об куст. Серьезно, я просто тогда нормально высадился и просто... Я помню. Причем было такое два раза, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой, не туда. Потому что парашют улетит. Желательно где-то метров 300-400 открывать высота, когда бы... Желательно. Открываться, нет? Очень быстро. 200. Не понял, нас нет. Это эти ванильные. Скоро у нас господин, да? Да. Не делай. Бас, команда, парашют нет. Прощайте. Давай. Пока. Трубы перерезай, трубы перерезай. По-моему, слишком близко высадился. Для снайпера. Да, отсюда вообще все базы видать. Перед приземлением тормозите с W назад. S вернее. На север. О, так, сейчас поправка. На юг. Ты метку ставь просто и все. Ой. На юг ушел. Тех ураганит. Бетер. Так, прожектором на меня свинь. Нету. У них, по-моему, просто гамма есть, короче. Гамма есть, гамма, точно, все, поздно. О, скажи мне. Только есть. Дал метку на бетер, он танк отдает. Да, привет, Москва. Мир, он застал забором, за забором. Тихо, Маш. После этого есть вообще другого, за что никого не интересует. Ты голем, Маслёва. Ничего, либеран не стал. Да. И еще было бы очень хорошо, если бы подошел, там говорит, что было нечего. На земле, короче, я на земле. В Каспанде сижу. Ох, машина. У нас, кстати, машина есть тут оффроуд, но все не влезут. Ну, придется что-то ставить. Пускай сперва этот техник отработает аккуратно, тихо. Да. Там возле забора пейку пейчем. Хоть на ней топливо забудет, но все равно ехать может. А я. Сделаем. По нам. Да вообще по мне. По-моему, по Гаспанде по кому-то работали. Если выдоха долбит с горы по мне долбили, на по мне востоке. У нас снайпер там есть какой-нибудь в Гаспанде рядом? Кто еще не пришел? Лазер выключите. А, у них ПНХ есть, да? Ой, там за бортом ходят, ё-моё! Что еще раз? Ты чё, видишь, как за бортом бегают, кошмар? Какой ужас. Кто еще не пришел в Гаспанде? Кого ждем? Меня не пришел, но я перед вами. Давайте. Мы ждем. Репит, не жди. Так, кого ждать? Меня вот сейчас тут подскажешь на меня. Понял. Лазер отключите. У них ПНВ нет, но на бетере ПНВ было, по-моему. 60? Фига. Или прожектор там. А, там прожектор. Что, на машину поедем или пешком? Кроме очка. Там с севера кто-то бежит далеко в полях.
трех линий или... По синим линиям там где-то лежит. Да, это я был, по-моему. Да, ну, все, ребят. В смысле, вообще с другого направления идёт? Мы с севера идем, мы не залетели. Правее к холму возьмем, чтобы незаметно было нас. Поставил мерт на себе. Порох на себя поставил. Хочу бункер проверить наверху АВ. Недалеко от него. Поднимаешься. Проверим. На метку, да, где-то какой бункер хотя бы. Положи пути. Чего? Пули не пути. Нет. Известно, где БТР. БТР вот метку. Меточку дай на него, пожалуйста. Допустим, сейчас я карту посмотрю. И отдохнем за. Кто это постреливает так бухает? Я СВД. Даже не слышу. Это, походу, по северной группе. Не-не-не, по нам не работал. А они, по-моему, неуничтожаемые. Я метку на нас дал, где мы находимся. Так, ворон. Понял, где бета, хорошо. Все, идем дальше. На торг, на порошка метка актуальна. Ты там ворон. Попробую снайпер достать. Да, вы там отвлекайте внимание. А снайпер где метка? Да, есть метка. Каштановская. Ворон, ты его взорвал? Нет, чего я его взорвал? Пластин сломан у снайперов. Потому что ты куда-то из рюкзака достаешь, он исчезает. О, вижу, он бегает на снайпер, залезет бомба на базе. Кто стрелял сейчас? Ясно, у меня. Должен быть недалеко от тебя. Вы по вспышкам смотрите, вспышки видно тогда хорошо. Подожжок, ты слышал, возле тебя стреляли? Я вижу снайпера вражеского бегущего на меня. Сейчас я, короче, он поближе подойдет, я его отработал. Это я бегу. Блин, не погоди. Не-не-не, под прожекторами бежит в этом, в камуфляже, по-моему. По мне стреляют чего-то очень немного. Кто устал, скажите, мы остановимся, отдохнем. Который сейчас идет со мной, кроме меня, у кого это ГШК сейчас. Парни, кто группа идет, так прямо справа от вас наверху снайпер вражеский, вижу вас. Могу корректировать, но давайте буду вас корректировать. У нас в гушатке какой-нибудь есть? На лесу лучше меточку. Вот ровно, блин, нет, смотрите, ровно справа от вами. Вот он поднимается, сейчас можете увидеть. Я не верю, что это как бы вражеский, в смысле, свободный. Если сможете поразить, работаем свободно. А то ответ на 60. На что поднимите попробуем? Вышку побежу. Не знаю, может. На 160? На 60. Ровно сейчас будет. На нефти вышки сейчас бегут. Так это у нас не справа, это вообще не. Ну значит, я вижу просто какую-то большую группу дельты. Очень большую. Это мы. Над нами снайпер, да? Вот сейчас прям дальше по склону будет. Если будете смотреть ровно на 6. Вот смотрите, я поднимаюсь сейчас, куда мне? Левее. Вот там он будет. Ровно налево, прям на вас можешь сейчас смотреть. Вот как туда иду? Еще левее.
Паша, БТР! Вот он светит, светит. Паша, БТР! БТР едет на вас, БТР на вас едет, аккуратнее. У вас трупы есть. Ну он далеко еще, но он вас не видит, скорее. Вот снайпер, бомб работает. Я вам говорю. Дарите снайпера. И отходим назад. Убил. Понял. Они в тебя не свой бежат. С той же стороны Бэттер, ты снайпер был. Понял. Так, это по мне Бэттер. Да, вижу. Давайте вниз спустим. Давайте пока он на меня отвлекся, перебегайте. Бэттер, что за беготня? Беготня на 60 какая-то, далеко. Прайс ранен. Ты блин. Охлоу. Прям да. Цвет вообще. Блять, прям четко. Кто там нас это какая-то дикость. Ну я это как-то я, это... хороший. Вот это да. Что за жесть была вообще? Я РПГ хуй. Никто что ли кроме меня эту горку не смотрел? А что нас взорвало, Паша? Смотри, я подошел к тебе, нажимаю лечить, нажимаю кнопку осмотреть, и у меня РПГ-ха выстреливает. Она у меня в руках была. Я ее не переключил на оружие. Вот такая дичь. Там кроме меня и Прайса кого-то задел еще? Студент. Понятно. Дичь просто реально. Как это вы взорвали-то, ё-мо? Очень просто. Я смотрю. Я даже не понял. Пуск такой. Да. Я чисто себе под ноги выстрелил. Ну я хоть БТР выстрелил. А, убил, да, его? Не-не-не, промазал. Понятно. Кто там у нас остался? Вы, получается, рандомных местах все появляете? Нет, мы в одном месте на самолетах. Там два самолета, с них прыгаем на парашютах, спускаемся и собираемся и идем. Ясно. Че я смотрю, одни тут бегают, и там бегают. Ну, не все приземлились в одном месте. Ну, кстати, рассеяны по карте люди хорошо. Вы поднимаетесь, когда на пригорах получается? Я стрелять начал, и потом меня обнаружили. Да. Еще одна ключа. Я дальше на будем, наверное. Случайно получается. Я вылез сначала, смотрю, блядь, человек 5 бежит точно. Ну, нас навели, и нас я навели тебя, на снайпера. Я тебя видел, кстати. Я потом дёру оттуда дал, вот так обошел подальше. Координаты скинул, ребята, и начал стрелять. Ну, блядь, она не знает, как с этой СВД в темноте стрелять, это нереально. Да, да. Ты видел, сколько я выстрелов кидал? Я, короче, просто уже упал, а от них искры шли, и прожектора не гасились. В чем прикол? За, у них стоит отключенное повреждение. Варус Фок сейчас выбит БТР. Пулемет пострелял, там четкая позиция была. Справа. Варус Фокс, справа. Варус Фокс, справа. Сзади. Варус Фокс, сзади, справа. Беги за ним, беги. Ну, в принципе, не убил тебя Бэттер, да? Да, не Бэттер, клаш хоть. Бля, говно, это не миссия, лол. Ну хз, девочка пошла. У тебя еще нормально, я выстрелил, слил себя и двух еще
своих. Из РПГ-хи. В ноги я тебе выстрелю. Отлично. Убил? А у объектив кто-то видел, непонятно как. Ну ладно, мне не жалко. Вот, с города, я думал, там в городе сидит кто-то наверняка. Да-да-да-да-да, есть там. Блин, я вот что-то не видел никого вообще. А кто ж такой умный-то залез? Аздоник, понятно. Куда он залез? Ну, посмотри, в городе сидит. Вот пес. Я когда шел на этот город, посмотрел, он думал, что прилетит оттуда. Ну вот, могло прилететь от Аздоника. Можно ПНД вообще выключить, я умоляю. Я не знаю, как его выключить, вообще жесть. Короче, пошел. Давай. Сел бэттер. Ох, он сел бэттер. Ну ты занес. А? Ну это, а вы кто-то еще против пульса перепушку не какой-то лишний свой сделал, что находится. На базе посмотрите, они в ангарах. И чё, кого-то стрелу? Это кто такой? Это был Бификс. Вот и все. Какого я хитил хотел? Да, убил. О, БТР? Из БТР. А, БТР и все? Да нет, там вроде кого-то еще в этом был. Нам навылезали. Потому что там кто-то был в батарее, я прям с трубой убежал. Я трубу полку. А, ты в бэтер выстрелил? Да, я в бэтер выстрелил и. А, ты убил, да, да? Убил. Я знаю. Фокса убил. Я. А, ты? Тогда. Да, ты в бэтер это первый раз, когда ты меня выстрелил, да, убил. Сколько там народу было? Один или два? Два, наверное. Двое, плюс снайпер, а с бэтера кого-нибудь убил? Не знаю. Там просто в кустах видел, что меня убил, короче. Чё так снимает? Да, вообще жесть. Я не знаю, что снимает. Чё тут чёрный экран? Так, переключай N, понажимай. Подождать на ног нас стабилизируется. Че, два снайпера, да? Да. Да, Паш. Я прям за вами начал спускаться. После него. Смотрите, репит включите, он у него там рядом в развалинах кто-то сидит. Снайпер. Катавась. Катавась меня шлепнул. Че, еще что-нибудь будем играть? Да, будет еще одна. Она быстро. А, только умерли, ну, понятно. Я полчаса не мог трубу подобрать с трубы. Это пиздец. Я тебе так скажу, репит там лежал, долго тебя выцеливал, то есть тебе бы это не помогло. Он уже смотрел, тебя засек, просто ждал, когда ты там что-то сделаешь. А кто, кстати, в бэтере был? Я до него смотрю, как бы головой, смотрю, понимаю, сейчас повернусь, но мне будет жопа. Я такой, ну ладно, поворачиваюсь, блядь, такой, раз мышкой полностью провел, блядь, на пол стола, два. А я тебе скажу, кстати, как быстро поворачиваться. Надо кнопки либо влево, либо вправо ползти, то есть ты лежишь когда, и одновременно поворачиваться. Тогда он быстро поворачивает.
А я вот Уриса, я бы его сейчас убил, мне прицел на 100 метров откалиброван, так что там... То есть одновременно нужно ползти в бок и поворачивать. Ага, ну спасибо, теперь я буду знать. Это намного быстрее будет происходить. Ну вот, я сейчас сдох просто потому, что как бы... Ну ты бы лежал, если не двигался, тебя бы как-то не засек. А ты начал поворачиваться, он тебя движение увидел, и все, да, сразу выстрелил. Я голову подумал, а? Я смотрю, снайпер. Понятно. Ну, атака слилась, короче. Да? Ну, выходит, что так, мало осталось. Мне интересно, как 710-й дальномер можно, короче, косить. Видишь, там накатил заранее и пошел стрелять. Да. Эх, если бы я выдержал выстрел с трубы. А кто в БТР-то был? Неизвестно. А снайпером кто был, который рядом с нами был? Тоже неизвестно. Уже не знаю. Ой, да что ж такое? Спитер. Сие покрыто тайной. Спитер сует. Вас вообще было жалко. Сейчас репита салют. О, спитер салют. Да. Нет, спитер молодец, ушел. Слышь, спитер? А он может ушел уже. Че, один разбойник остался, что ли? В смысле? Нет, там до хрена народу. Я так и не понял, чем нас вообще убило? Граната или снарядом? Ты имеешь в виду, когда произошел взрыв? Угу. Это я выстрелил из РПГ. Я. Троишь сразу. Пройся. Не пройся. Почему? Я, значит, я нажал меню лечения, нажал на кнопку и сразу выстрел произошел. Жесть. Как с миной, да? Нет, с миной там другую. Он среагировал на прожектор, то есть считал прожектор техникой. А тут получилось, либо менюшка нажалась и клик прошел, как будто бы выстрел, либо залагало, поэтому прошел. Потому мне что вообще... я нажал, у меня все зависло, и пах, произошел выстрел. У меня вообще паника началась. Я с трубы скачманул, по мне вообще сразу стрелять, не пойму откуда. Я мацал. Мы попали. Бежал в первый сок, я пострелял. А что там, кстати, умный, хитрый. Может и пройду. Но это добрый бой. А там по времени это ограничение было или что-то, я не помню? Да руби, наверное, что еще ограничение было. Ну да. Уже а что мы, да? Работа. Да, был работа.
МПТР они вообще быстро скидывают. Никакой тактики даже у них не было, по идее. Хотя какая у них тактика, если у них там этот ПНВ-шек-то нету. Ну, на базе сидеть, стреляться. Так они вообще там помчались, и познают куда. Ну. Большая часть вообще посливалась. В принципе, наш. Так, что-то там, по-моему, по своим уже работает. Ты не скажешь, за руками должен быть, да? А сейчас... А, это уже третий миска? Третий. Да, что-то проспал немного. Ладно, тогда пошел я. Давай. Давайте до свидания. Угу. Ну, я смотрю, там репит продвигается, но это долго, наверное, тоже будет. Не, они уже не штурмуют. Короче, рублю. Что следующее? Дельта Форс. Это что? Что-то знакомое. Заложники или нет? На Фаллуджи, заложники, да. Ничего. Да ничего. Двое у вас осталось, рубанул. А кто снайпера-то убил? Который по мне стрелял.